В прошлом эпизоде. И мне нужно очистить эту комнату от всего. И если у меня не получится, я уеду из этого города. Понятно? Через 2 часа. Ну я нормально убрался же. Нет. Следующим утром на вокзале. Всем привет, друзья! С вами Степастер, это второй день влогов. И я, как вы видите, сдержал свое обещание и уехал в другой город. Мы где? Мы, я не знаю, я впервые тут. А, ну знаешь, ты меня даже технически не приглашал, я просто сказал: Савелий, я еду в Заречный к тебе. Это тот тип дружбы, о котором я мечтал 7 лет, вот сбылось. Я согласен. Что мы сегодня будем делать здесь? Что, мы сегодня пойдем на шашлычки. Ага, и вечером будем еще что-нибудь вкусное готовить. Ну, в общем-то, очень интересно, смотрите, вот здесь Савелий живет по факту в лесу. Да, это просто лес. А что еще надо? Я бы тоже жил в лесу, вот честно. Привет, котик. То есть сюда нельзя заходить? Да. Все поняли, да? Это вот для вас. Куда мы идем? Мы куда-то назад. Вот, ребята, хотите быть счастливым, как Савелий? Вот, приезжайте на курорты города Заречного. Водичка чистая, свежая. Сейчас примерно плюс 24 градуса. Очень тепло, очень хороший ветерочек, солнышко прям печет, небо чистое, ну красота, природа просто сама позвала, чтоб, ну пожарьте сосисочки, шашлычки. Разваленный мост, красота. Здесь красота. Тут красота. Ну и тут, возможно, есть тоже такая маленькая капелька красоты. Ой, знаешь, страшно, сейчас страшно было, я бы испугался такое видеть. У меня в детстве, короче, когда мы были мелкими, он постоянно выходил вот так вот из-за угла с ножом. И меня пару раз он чуть не убил, вы представляете? Пока Савелий устраивает, значит, костровище, покажу вам наш сегодняшний обед. Сосисочки молочные, молочные с сыром какие-то из них. Такая вот аналог фанты. Кабачок, помидорчики, кетчуп хороший, банановые маршмеллоу и 2 сникерса. Ну, плюс лаваш еще, конечно же. Вот, ну и самое аппетитное, это вот у нас природа, конечно же. Это природа. Опасные маневры. Дети, не повторяйте пожар. Это смертельно опасно. Очень замечательно. Прямо вошло, жарится. Надо баклажанчик пожарить. Ну, это ли не кулинарный шедевр просто? Ох. Дымится красота. Баклажанчик. Сейчас сырой ты ешь. А? Сейчас сырой ты ешь. Не понимаю, сырой или не сырой? Походу сырой. Вот такой бутербродик. Сейчас шаурма попробую сделать. Очень вкусно, очень красиво. Это тянется? Это не маршмеллоу, это зефир. Где твоя корова? Рядом идет. Бык прямо. Спасибо. Ну, я, видимо, я вьючное животное, потому что я несу мусор сейчас. Мы все собрали и идем, но мы уже так устали, так поели хорошо просто. Вы приколитесь, у них тут уже яблонь расцвела. Офигеть, красота. Королеве Елизавете звонить собрался? Нет, своей маме. Видите, что написано? Пункт подписки. Ну-ка, быстренько все подписки оформили. Мы зашли немножко отдохнуть. Савелий пришел немножечко поработать. Сейчас мы тут посидим и пойдем, наверное, за ингредиентами для ужина, да? Да, да. Мы будем что-то сегодня готовить, но что вы уже потом увидите. С секретным ингредиентом. Мало нам, видимо, было мяса, поэтому сегодня мы готовим еще и бургеры. Будут они у нас чикен-бургеры с курочкой, помидорчики, там огурцы соленые где-то, да, есть. И, в общем, рецепт стандартный, но проверенный временем. Пока вы слышите, как размораживается мясо, я подготовлю булочки. Мы используем вот такие смаковские. Тут таких 4 штуки. Они уже пополам разрезаны. Вот, нужно их только вот эту часть сухую поджарить. Кладем просто их на сковородочку вот так. Так должно хрустеть. Вот такая вот хрустура. Хрустура должна получиться.
Лингвист от бога. Готовим соус. Соус у нас здесь из майонеза. Есть у нас красный перчик. Насколько он сильно острый? Красный перец, значит острый. Нормально. Крутяк. Хочешь шпанский травы? Ну, тут чуточку можно. Раз. Два. Нормально. Перемешиваем такой вот соусик очень интересный. Теперь каждый кусочек мы просто обмазываем этим соусом с двух сторон. Вот и все, весь секрет. Жарим мяско. Такое вкусное получается, девочки. Вы не представляете. Ну такая, как в столовке. 12 из 10 лучшие бургеры года. Крабсбургер просто вышли из рейтинга. Степастерсбургер. Главный шеф-повар сейчас приготовит, соберет эти бургеры. Вот, сейчас. У нас уже есть... Секунду. Я же повар, должен быть в колпаке, у меня тоже есть. Сначала мы берем и вот так вот это с секретным ингредиентом. С сыром. И все. Ну вот такая вот большая курочка вышла, да. Сочные кусочки. Аккуратненько, обязательно на мясо, никуда иначе, кладем сыр. Чем больше сыра, тем вкуснее. Вот он, настоящий бургер. Много-много-много-много сыра. И мало-мало булок. Значит, дальше мы кладем вот такие вот зеленые, ну или почти зеленые штуки. Наверное, это репа. Да, я тоже так считаю. Но вообще-то это надземный картофель. Надземный. Выглядит очень аппетитно сейчас. Почему так? Раз, два, три. 4. Теперь надо вот так вот прижамкать. Насколько в микроволновку? Захватит минуты полторы. Тут ювелирная настройка. Ваше блюдо, сир. О, спасибо. Всякие маки. Вот как с этими людьми общаться можно вообще? Обмолиться. Ну, спасибо тебе, Степа, все, готово. На меня еще не молились. Кусай. Бургер домашний. Да. Машний. Когда мы будем кушать, приятного аппетита. Спасибо, что посмотрели. Потому что на этом будем заканчивать этот день. Для вас, может быть, он был короткий, мы как будто типа два раза пожрали и все. По факту это так и было. Ну еще погуляли так чуть-чуть. Ставьте, пожалуйста, лайк, и мы встретимся с вами завтра на этом же канале. Оставайтесь с собой, оставайтесь со мной. И всем и со мной, до завтра. Со мной, да, да, давайте. Да. Все, всем пока. У-ху. Просто comeback в childhood. Еще тут интересно, вот туда можно вылезти в это здание? Я думаю, наверное. Просто вот прям, знаешь, как будто вот-вот прям. Ну давай.